Бутовский полигон – крупнейшее в регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Сегодня установлены имена более 20 тысяч человек, погребенных здесь. Более 1000 из них – исповедники православной церкви, 332 из которых причислены к лику святых. Это страшный период в жизни вообще нашей страны, что люди, отдававшие себя и служению Богу, и своей стране, вот были здесь убиты, растерзаны, сначала забыты, но, слава Богу, память о них сейчас восстановлена. Ежегодно в день собора новомучеников в Бутове пострадавших полигон наполняется представителями духовенства, паломниками и многими православными христианами. Богослужение посетил и глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Божественную литургию провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Ему сослужило духовенство со всей Москвы и Московской области. По традиции богослужебные песнопения исполнил хор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ежегодно на божественную литургию приезжает немало и местных жителей. Лия Алиева живет в Бутово и ежегодно приходит на полигон почтить память пострадавших на этой земле. Это место святая святых для каждого православного христианина. Здесь земля теплая от горя пережитого, от убиенных священников и людей, которые здесь убиенных, теплая земля. Вот когда стоишь, трогаешь ее, то она теплая. В ходе богослужения были вознесены молитвы о мире, о прекращении распространения коронавирусной инфекции и о всех, кто терпел страдания за веру в годы лихолетия. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.